В Лондонском музее Виктории Альберта проходит выставка «Обувь, наслаждение и боль». В общей сложности в залах выставили 250 пар. От хрустальных башмачков Золушки до убийственных платформ Наоми Кэмпбелл. Специалисты решили собрать в одном месте обувь разных эпох, стран и технологий изготовления. Самым древним экспонатом оказались сандалии из Египта. Неизвестный мастер 2000 лет назад декорировал их настоящим золотом. Посетители смогут увидеть туфли Мерлин Монро и королевы Виктории, а также ультрасовременные ботиночки, изготовленные с помощью 3D-принтера.